Шестая пара. Серега Станислав Макиев. Владикавказ. Первый регионерский разряд. Родионов сам руками. Закручивай. Закручивай низ. Красному будет предложить подготовиться кандидат мастера спорта Максим Родионов, Архангельск. 2001 года рождения. За 5 лет занятий Саратом провел 27 боев, одержал 23 победы. Победитель первенства России прошлого года в дисциплине Конва. Тренер Алексей Цинис. Потом, да, есть,
вот и здесь. Ходи ему, сука. Да ты, не нас ты, чуму. Сам Макс, ногами работай. Кухай, кухай, я Игорь же, сам, кухай. Ногами работай. Так, все, не отпускай. Не отпускай, давай. Начни работать. Синему продолжению будет готовиться Станислав Макиев, Владикавказ. 2001 года рождения. За 4 года занятий салатом провел 9 боев, одержал 9 побед. Является победителем первенства России. Победителем турнира «Серебряная перчатка». Тренер Игорь Таймазов. После церемонии награждения круга будет готовиться финалист. Участники боя за третье место супертяжелой весовой категории свыше 75 килограммов. Антон Григорьев, Тюменская область, Владис Абен, Краснодарский край. Соколов.
Станислав Макиев, Владимир Стас. Приказ.